Всем привет! Доча, Алиса. Я маленькая Белль. Ты маленькая Белль? Алисочка у нас заболела. Нет, я маленькая Белль. Проснулась вчера с насморком, когда клюви ездили, насморк еще не такой сильный был, а сегодня ночью вообще спать не могла, всю ночь плакала. Да, Алиса? Я хочу пить. Вот, так что сегодня видео у нас будет небольшое, потому что Алиса капризничает, и нужно много внимания, чтобы ее мама погладила, да, Алиса? Приласкала. Всем привет! Время уже 4 часа дня. Я утром не стала снимать, потому что Алиса очень сильно капризничала. Ночь у нас была ужасная. У Алисы поднялась температура, был жуткий насморк. А под утро это все дело у нее перешло в горло, но это вообще было что-то ужасное. В общем, она и кашляла, и чихала, и насморк. А самое интересное, она не дает себе закапывать носик. В общем, силой кое-как ей закапали носик, Леша ее держал. Не знаю, соседи, наверное, были в шоке. Но зато ребенок уснул. Масечка сидит, смотрит на маму, как мама разговаривает с камерой. Крошка моя, надо ее искупать. Ой, вообще ужасно, шерсть прямо вот отслаивается. Готовься. Мы решили покушать варенички. Вот наши варенички с картошкой и грибами. Алиса показывает тоже. Доченька гранатик сидит, кушает, смотрит Калимера. Да, котенок? А Масенька тут сидит, смотрит, что же я делаю. Вот этой штукой брызгаю Алисе сейчас горлышко. Помогает. Кашля почти нет. Вот наши варенички. Тут хлебушек с рулетиком куриным. Это салатик, ну типа греческого, но не греческий. Просто огурцы, помидоры и сыр фетакса. А это я сделала сметанку с аджикой. Запивать будем водичкой. Да, доча? Ну что, начинаем кушать? Да. Да? И пить. Приятного аппетита. И пить, и пить. Да. А смотреть будем поняшек. Бери, бери, кушай. Ой, много совсем. Ты аж два взяла. Я буду сама. Давай, только сейчас упадет. Давай быстрее в ротик ложи. Молодец. Давай еще тебе отрежу. Ой, вкусненько. На, запивай. Ой-ой-ой, вкусно? Когда вкусно, Алиса всегда танцует, чуть не упала. Ой, вкусно, вкусно. Вкусняшка. Ой, какая вкуснятина. Это я с балкона принесла игрушки. Вот их тоже нужно разобрать. Да, хотя мы их уже разобрали, еще раз сейчас все просмотрим и пойдем в комнату прибираться. Что? Нет. Я не трогаю. Нельзя. Ее никуда, ее оставляем. Ты же рисуешь, разукрашиваешь. Интересно. Да, на балконе нашли пакетик с резинками Rainbow Loom. Как они там оказались? Новый бубочки. Пакетик абсолютно. Я хочу бубочки. Да, будем играть. Ну, открой, посмотри. Просто мне пока их некуда делать. Ой, Масе тоже интересно стало, пришла. Да, у меня батарейка садится. Все, я сейчас на зарядку унесу камеру, ладно, и приду. Какой? Хорошо, давай откроем. Такие вот. Какой? Интересные расцветки. Какой? Так много игрушек. Давай мы, наверное, их с тобой вывалим все, да? И разберем, посмотрим, что у нас тут. Тут вот такие игрушки мягкие. Кошка мягкая. Так, давай сейчас все разберем, что увозим в сад, а что мы отдаем. Много лялек. Да, не лялек, вот еще маленькие. Нет, еще шпяг. Лялек не разрешает отдавать. На шпяг. Вот есть, например, стиральная машинка. Можно отдать какой-нибудь девочке, которая играет в кукол. Ну, если будет интересно. Нет. Алиса ее обклеивала. Такая вот машинка. Не хочу, но будет дома. Дома? Доча, у нас так много игрушек, нужно все равно куда-то их девать. Давай в сад увезем какие-то. Нет. Чебурашка еще у нас есть вот такой. Он, кстати, музыкальный.
Это Левин Чебурашка, мы его, наверное, в сад везем. Нет. Ой, это Мака Климкина, да, Лиса? Да, это моя собачка Мака, маленькая. Я люблю Маку. Как у Климкина? Ой, посмотри, какие глазки. Есть глазки, да. Да, сырва. А я боюсь. Вот такая лошадка. Нахлопа его конкурсками. Она такая замученная, немножко крылья все облезли. Как флай-флай, да. Кружками и логом. Как флай-флай. Волосы все перепутались. Это Алиса была малышка, когда она ей играла. И ноги сгибаются. И даже задние сгибаются. Вот таких игрушек у Алисы очень много. Заводных. Сломался. Как сломался? Он работает, смотри. Вот таких мишек у нас очень-очень много. Наверное, штуки 3 или 4. Вот прям таких же сложенными ручками. Ой, это вообще какая-то страшилка. С одной стороны и с другой. Мама! Ой! Я хочу маленькую уточку еще. Вот это мне нравится, такая прикольная штучка. Я боюсь, и маленькая, и босая. Да, ее в сад, наверное, увезем, будем летом играть. Ой, тут еще и дедушка свинка, смотри. Нет, это папа. А, папа свинка, точно, папа свинка. Смотри, нет, мы его чуть с тобой не отдали. Папа вот так. Папу свинку нельзя отдавать, мы его оставим. Ну так. Хрюкает. Ну так. Хрюк. Вот есть у Алисы такой рюкзачок со свинкой, но она его не носит. Что такое? Калейдоскоп Маша и Медведь. Даже такой пупсик у Алисы есть. Но она им тоже не играет. Это ей Леша покупал. Это пупсик Микки Мауса Диснея. У него костюм очень интересный у этого пупсика. Вот, Алиса не играет. Не нравится. Очень классная Маша. Это мы покупали, наверное, когда 2 года назад мы ее покупали. Вот, и больше такую пока нигде мы найти не смогли. Ну, там несколько мелодий, и она еще и разговаривала. В общем, стоила копейки, а реально игрушка очень-очень хорошая. Если увидите такую еще и с кнопочкой, берите, не пожалейте, игрушка классная. Вот такие вот штучки Angry Birds. Сюда конфетки вставляются. Но у нас валяется уже, не знаю, наверное, год такая вот штучка валяется. Волк и зайка. Это чтобы играть, наверное, да, Лиса? Оставим сказку. Я серый волк. Ой. Я боюсь тебя, волк, я боюсь тебя. Нет, будем играть. Добрый. Добрые? Да. Будем играть. Оставим. Да. Такой такой. Да. Это мы оставляем. Да. Лошадка, смотри, какая. Барби. Как Барби, да? Оставим? Лошадка Барби. Оставим? Нет. Не надо такое? Телефон. В общем, много игрушек всяких, которыми Алиса уже давно не играет. Папа наш приехал. Привет. Что-то привез Алисе. Что Мамочки. Там такое? Ну, там мусор вот выбрасывает. Надо в пакет сложить. Все, пошлите. Пойдемте, давай. Вот пицца. Вкусная пицца венецианская. Папа пришел, дома повеселее стало, да, Алиса? Доча смотрит. Кого ты смотришь? Пороро же это, да? Пороро. Мы все разобрали. Получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакетов. Это игрушки, которые нам не нужны. Вот когда они не съедят сама, я буду стоять, и ты будешь стоять. Хорошо. Будем отдать ее. Этот пакет с мусором. Давай! Что давай? Подачки его собрали. А, нет! Доча! Давай я тебе дам сюрпризик. Хочешь сюрпризик дам?
Не плачь, доченька. На, папа, тебе смотри, какие сюрпризики принес. Фили и Маша, и медведь, и яичко. Будешь открывать? Ну, Алиса капризничает, плохо себя чувствует сегодня. Ой, Мася сейчас откроет сама тогда все. Алиса, нельзя Масю обижать. Ну что, открывай. Давай. Ты же хотела какие-нибудь игрушки показать, ребят? Катя сама открывала. Кладыш. Кладыш. Ну-ка, что нам попалось? Нам попалась Сьюзи. Да. Ух ты, ничего себе тут вкладыш какой большой. Ого. Нас тут Сьюзи. Сьюзи? Такая хорошенькая. Поет на суши. Давай будем оковать. Да, точно. Вот и у нас Сьюзи. Такую еще. Какую? Где? Вот эту, да? Да. И Люка и Газ. Это мальчики похожи, Люка и Газ. Я вот такую. А ты узнала наш сундучок? У нас ведь есть такой с тобой? Только да не видишь. Шовеньки. Супельки вытереть. Ты мой малыш. Папа устал, прилег. Леша, ты чего? Аж дернулся. Алиса рассмешил. Ну что, открываем Машу? Да, открываем. Ой, что такое? Вот эти конфетки я сразу выбрала. Но попался ёжик. Ёжик? Ой, Алиска болеет. Вот он, ёжик. А вот вкладыш. И все герои Маши и Медведь, которые могут попасться в серии этих яичек. Фили-русалочки очень красивые. Мне они даже больше нравятся, чем фили обычные лошадки. Красивая какая. А тут у нее ракушка в волосах. Спасайте. Ой, и сзади у нее тоже, смотри, сколько. Ой, красивая какая. Вы в какую игру играете? Фили? Что это за игра? Какая-то кошка. А, ЛПСики? Нет, собачка. Про собачек? Мальчик. Это другая собака. Мультик надо. Папа играет, а ты смотришь, да? А сама почему не играешь? Я? Ты, папа. Тебе интереснее наблюдать, да? Ну что, давайте уже готовиться ко сну? Нет. Не хочу я ко сну. Мы сейчас пойдем ложиться спать, но перед этим я хотела бы передать огромный привет Маше Костан и Анастасии Чаровой. Девочки, огромный вам привет! Настя сделала интересную фотографию с Алисой и прислала ее мне ВКонтакте. Настя, я хочу сказать тебе большое спасибо, мне она очень понравилась. А еще Настя сделала прикольный видеоролик из моих фотографий и также мне его прислала, но мне не получается его вставить в видео. Всем большое спасибо за то, что смотрите наше видео. Всем пока-пока!